профспілки журналістів України. Я голова незалежної медіапрофспілки Юрій Лукаров і модератор цієї нашої дуже приємної і цікавої зустрічі. Учасником цього заходу є також спільне бачення, він фактично повноправний партнер нашого прес-клубу. І сьогодні ви знаєте, що у нас тема нашої сьогоднішньої зустрічі – це електромобіль. Я хочу представити наших гостей. У нас їх сьогодні багато. Бачите, як багато людей хочуть бути причетним або є причетним до освоєння електромобілів в Україні. Це Олександр Туз, керівник напрямку електромобілів заводу «Титан». Володимир Тихомиров, директор «Еко Моторс». Микола Парфенко. Парафенко, автор вихідних матеріалів для створення державної цільової науково-технічної програми виробництва малотонажних вантажних та інших перспективних моделей автомобілів і проєкту концепції цієї програми. Валентин Гербштейн, відомий як Михайлович, власник електромобілів з 16-річним стажем. А хто він? Можемо представитись? Ясно, зрозуміло. Це і так ясно, так? Олександр Пестромко, експерт L-Cars Conway. В'ячеслав Полтавець, конструктор електромобілів. Ну, ви знаєте, останнім часом в засобах масової інформації, прямо на рівні з якого-небудь там, чи бою з Кличко Пов'єткін, чи там з ув'язнення Юлії Тимошенко, вибухнули сенсаційну інформацію про те, що, мовляв, в світі переходять всі на електромобіль, його називають Тесла. Ну, я не зовсім фахівець, можливо, існують ще якісь інші назви, але принаймні, як з'ясувалося, що в Україні українці не пасуть в цьому плані задніх. В нашій країні існують вже навіть електромобілі розгублені, і питання лише за тим, щоб запровадити їх, впустити їх в масове виробництво серійне. Ось, напевно, на тему, чи вдасться справді електромобілю замінити у нас в країні бензинові, газові машини, в чому вигадав всі в електромобілю і справді, чи вдасться його поставити на промислові рейки, значить, ми сьогодні побалакаємо. Отож, я запрошую, а вас, будь ласка, ми хочемо, щоб присутні також брали участь в цій розмові. Можливо, тут є і інші фахівці, які мають, можливо, альтернативну або підтримують думку, яку висловлять наші учасники. Ми запрошуємо вас до розмови. Тож, будь ласка, хто хоче першим висловитися, будь ласка. Ну, я почну. Україна ніколи не посла в цьому питанні останніх, бо Теслі десь 6-7 років, а моделі S, яка і всього рік. А у нас на Україні було розроблено інститутом електродинаміки, кафедра електромобілів вже відпразднувала своє 30-річчя, електроприводи для багатьох електромобілів. І вони успішно продавались і в Швейцарії, і використовувалися у нас в державі. Тобто, коли перейду на русский, когда бензин стоил еще 7 копеек, уже тогда на электромобиле было выгоднее ездить в 3 раза. Вот одна из страничек, я на столе разложил для журналистов, это одна из страничек серийной книги для моделей из 6 моделей, которые ВАЗ готов был производить, они были готовы еще до Олимпиады 80. Вы знаете, здесь при всей немногословности очень прекрасно, четко сказано в последнем абзаце, мне как раз не иметь пожитого, о том, что электромобили имеют высокие динамические качества. То есть они очень быстрые, гораздо быстрее в крутящий момент с первого оборота, а не там с 3-4 тысяч. Маневренность, простота управления, то есть ход вперед, ход назад, не коробки передач, чего женщины не любят, все остальное. Бесшумность и нетоксичность, экология, что на сегодняшний день становится довольно-таки важно. Вот. Эффективное управление, безопасность эксплуатации делают автомобиль идеальным городским транспортом. Это было сказано еще более 30 лет назад. Вот. Очень успешно продавались наши «Таври» первые, тогда этот кузов еще был симпатичный, зубило, порядка 900 было продано в Швейцарии. Но потом с распадом Советского Союза все это развалилось. Так? Вот. И с тех пор долгое время это все пребывало в унынии. Хотелось бы, чтобы на сегодняшний день Украина имеет все возможности технические, слава Богу, потенциал инженерно остался благодаря советской школе. Пока еще вот, самые толковые инженеры живы.
слава Богу, дай Бог ему здоровья. Поэтому все шансы есть это сделать, реализовать. Потому что, в принципе, электромобиль кардинально, ну вот я расскажу для журналистов, то есть КПД обычного двигателя ДВС это 14-16%, а КПД электромобиля от 80 до 96%, в зависимости от модели, привода там, и нюансов. Да? Вот, то есть в корне, ну, грубо говоря, в 4-5 раз он эффективнее сам по себе. Плюс у Украины есть, когда в советское время все было хорошо, но нефть вообще никто не считал, а сейчас мы нефть покупаем. Хотя мы и нефть уже не покупаем, потому что наши заводы на коленке поставили. Мы покупаем готовый бензин и дизельное топливо, и очень дорого. Ежегодно из страны вымывается порядка 200 миллиардов гривен. Это огромная сумма для Украины. Эти деньги легко могут оставаться в стране. Только нужно перейти на электропривода. Поэтому перспективы технически, экономически, целесообразность большая. Пока на сегодняшний день воли политической в этом плане не проявлено. Хотя соответствующая программа, разработанная Николаем Ивановичем, подания концепции, одна из них я тоже распечатал для ознакомления, то есть концепция, кто должен участвовать в этом процессе, они лежат, какие с 8-го, какие с 9-го, с 10-го, с 11-го года, подписывались с грифом срочно, важно, красным, и Ющенко подписывал, и будущий премьер-министром Виктор Федорович, и пыталась это лоббировать, спасибо Кинову, наша палата промышленников и предпринимателей, но пока в Кабмине это с одного департамента в другой перекладывается, плюс у них Минпромполитики его упразднили, вот свои реструктуризации, он действительно есть чем оправдаться, и мы в этом плане просто простая. Хотя я уверен, что цифра в 1 триллион, то есть 200 миллиардов в год, в 5 лет, вот первый триллион Украина уже, плюс сколько здоровья детей, все страшные онкологические болезни и другие, дай Бог, прекрасные больницы, чем дальше, но пока мы не уберем причину. Это все не закончится. Вот мы здесь на Крещатике, все покупают бутилированную воду, все заботятся, что они пьют, а чем они дышат, что вот эти все выхлопные газы. Если кому-то непонятно, ну предлагаю обнять трубу, на минутку дойдет. Но то, что мы не обнимаем трубу, оно проходит через 50-100 метров, это, к сожалению, очень ужасно сказывается в нашем здоровье. То есть помимо огромной финансовой составляющей, есть экология. Ну и на сегодняшний день, наверное, если раньше уровень державы измерялся олимпийскими медалями и полетами в космос, то на сегодняшний день я уже не раз слышал мнение о том, что уровнем электромобилей и зеленых технологий в стране и определяется уровень развития державы. Я вимусив уточнити, хоч ви згадали 900 автомобілів в Швейцарії продавали. Так, і оті наші зелені, ну, такі зубіла, коли вони були красиві. І були ще закази, але з розвалом Союзу ніколи не було скоріше. Чому в Україні вони не продавалися? Ну, потому что там покупали. Если вы помните, в Украине в то время были зарплаты 4-7 долларов, и все были нищие. И инфляция, ну, проблемы были экономически большие. Кто наступный хочет выставить? Николай Иванович Парасов, создатель программы, вот как раз, которая слева направо перекладывается. 5. Уважаемые труженики на Ниве поиска истины, я имею в виду журналистов, уважаемые электромобилисты, утром я приехал с Ялты, где принимал участие в работе конференции «Состояние и перспективы инновационной экономики». Конференция проходила в рамках Международного научного форума «Новая экономика». Старая экономика оказалась нелогичной. Когда нет логики, работает цифра. Приведу некоторые. Около 10 тонн природного вещества добывается с земли матушки, перерабатывается, и около 100 килограмм идет только в поле, около 1%. Все остальное идет в отвалы, загрязняя среду обитания. Эти цифры приведены еще
прошлом веке академиком Амосовым в статье «Из сегодня в завтра». Энергоемкость национального ВВП ведущих стран, передовых стран, зашкаливает по сравнению с расчетными показателями. Энергоемкость ВВП Украины в несколько раз выше этого зашкаливания. Что касается энергоресурсов, вот нефти имею в виду, около 60% добычи, мировой добычи нефти перерабатывается в моторное топливо, а эффективность его использования совсем плохая. Я приведу пример вот эта диаграмма явно она об этом говорит. Значит, от сжигания моторного топлива, в данном случае бензина, только около 12% идет собственно на движение. Остальные 88% бесполезно излучается в среду обитания, загрязняя ее и нагревая. Кроме того, с выхлопными газами выделяется миллионы тонн ядовитых веществ. И медики пришли к выводу, недавно статья была, немцы публиковали, что причина многих преждевременных смертей связана с ядовитыми веществами, содержащимися в выхлопных газах автомобилей. Могу коснуться немножко Киева. По состоянию на 2008 год, когда я создавал проект этой программы, располагал такими данными. На то время в Киеве около 1000 автомобилей курсировали по Киеву ежесуточно, пробегая по 100-150 километров. Треть из них, около 300 тысяч, дважды в сутки пересекали границы Киева. По состоянию на 2008 год на каждого киевлянина приходилось около 80 килограмм ядовитых веществ в год. Значит, когда журнал «Motor News» попросил написать об этом статью, это было в 97 году, она была, они к этой статье, вот с этой диаграммой, написали предисловие «Всадники апокалипсиса» и представили космический корабль «Земля» с экипажем неразумных людей, которые откручивают шурупы, курят в каютах и ведут себя совершенно неадекватно понятию Homo sapiens. Это мы с вами. Некоторую надежду, что касается автотранспорта, дает электромобиль. Потому мой доклад в соавторстве с одной из английских фирм вызвал живой интерес на этой конференции и на форуме. Доклад называется «Экономика электромобиля и определение основных показателей». Он уже опубликован на сайте нашей спилки в интернете. Я прошу прощения у наших докладчиков. Пожалуйста, у вас будет возможность дать всю необходимую информацию в процессе дискуссии. Поэтому по возможности лаконичнее, это будет гораздо интереснее, как бы и ярче в процессе. Одна, максимум две минуты просто вводных, а дальше у нас будет возможность развернуть. Спасибо большое. Спасибо. Мы пришли там на форуме к выводу, что создание государственной целевой научно-технической программы Украины, виробництво малотоннажных, вантажных та інших перспективних моделей екомобілів являється надежною технологічною платформою
для рационального развития ряда отраслей промышленности, в том числе машиностроения, химии, электротехники, электроники, приборостроения и смежных научно-технических направлений. Реализация этой программы с этими направлениями потребует десятки тысяч новых рабочих мест, в том числе для специалистов высокого уровня интеллекта, тематических лидеров по этим направлениям и отдельных личностей, конструкторов и институтов, имеющих соответствующие заделы и научно-технические достижения. Спасибо большое. Подождите секундочку. Я бы сейчас хотела передать возможность слова другому докладчику. Спасибо огромное. Пожалуйста, вы просто поверните микрофон к себе, и у вас будет возможность продолжить. Так, добрый день. Тихомиров Виктор, представитель компании «Экомашинс». Компания «Экомоторс» была основана в 2007 году в России. Это изначально предусматривалось как интернет-проект, но со временем компания начала заниматься как продажей электромобилей и все, что связано с техникой и зеленой энергетикой, так и переоборудованием уже имеющихся автомобилей на электротеатр. Самый известный проект был это переделка, точнее даже изготовление на платформе Porsche Cayenne электромобилей. Вот. На сегодняшний день компания располагает более 5 офисами по России, открывает офис на Украине. Ассортимент продукции более 500 наименований. Так что основным стратегическим для себя направлением считаем продвижение электромобилей на нашем рынке, участие в формировании инфраструктуры и все, что связано с зеленой энергетикой. Спасибо. Ну и власник автомобиля – это найбільш поважна людина, напевно, оскільки він уже так мовити в своїх руках його тримає. Михайлович. Я не просто власник, я самодельщик и один из организаторов клуба «Электроавтосам», который существует в Украине, возрожденный. Надо сказать, что лет 20-30 назад Союз нерушимых был впереди планеты всей по автотехническому творчеству. Прошло время, развал Союза, может, повлиял, но впереди планеты всей, впереди Союза всего, был киевский клуб «Автосам». И был у них, у нас, и офис по улице Артема, 22. Были общественные мастерские, соорудования. Были смотры, конкурсы, выставки, пробеги, в том числе и сама, и всесоюзные. И надо сказать, что порой начинали всесоюзные пробеги в Киеве, а уже съезжали сюда из Москвы, из Питера и из Еревана. Ну, потом все это развалилось, про нас забыли, как про все общественные организации, не приносящие дохода. Сейчас этот клуб возродился и пытается возрождать эту деятельность, не только делать свои машины, а и возрождать техническое творчество, некогда славное на Украине. Что этому мешает? Вот, кстати, небольшое отступление. Недавно, вот 3 назад, увидел телеотчет по телевизору о том, что где-то в Иране прошли соревнования, осмотр, конкурс самодельщиков, электромобилистов Ирана, где участвовали 37 студенческих команд. Я в шоке был. Я вам так скажу, что самодельных электромобилей на Украине всего два. Один в Днепропетровске, другой в Киеве, и причем у глубоких пенсионеров. Можно? И оба два. И это страна, в которой нефти завались, в отличие от нас. Не успел сказать. Правильно. В Иране они не знают, куда его девать, продают. А мы вынуждены покупать и быть на голодном пайке. Ну, продолжим. Что ж этому мешает? Вдруг оказалось, что у нас труднее, проще сделать электромобиль, создать его с нуля, чем его зарегистрировать. Вот я 4 года назад, как его вроде начал делать, года 3. Два, как он уже ездит. Я понимаю, как это трудно с регистрацией. У нас в курсе дела был, интересовался. Но об этом знает и правительство. И в прошлом году, полтора года назад, в конце апреля,
Постановлением 471 Кабинета министров наши министры решили это дело упростить, легализовать, как-то привести в человеческий вид. Воодушевленные четыре наших электромобилиста поехали на своих электромобилях в Центр безопасности движения, где должны осуществлять это решение. А там говорит, нет проблем, но надо еще разрешение Державтотрансом для проекта. Ну что ж, на следующий день поехали туда. Есть у нас такой институт 20-этажный. Ну, что сказать. Три наших машины, которые были сделаны на базе Таврии, начальник отдела Главченко принял достаточно доброжелательно, и они уже с номерами. Но меня, тяжелый случай, самоделка, направили к начальнику другого отдела. А там господин Горецкий, Захар Аркадьевич, говорит, да нет проблем, пожалуйста, но проверка тормозов будет стоить 10 тысяч. Проверка выступающих частей, зеркала же выступают, еще 1500, проверка радиопомех, еще 1500, проверка рулевого тормоза и еще чего-то там, ну еще 1500-6. Но когда он мне сказал, что проверка выхлопа из электромобиля будет стоить 1566, я был в шоке. Как же так? Извините, но там же это же электромобиль. А проверять так надо, сказал господин Зарецкий. Браво. Когда я не знал, что сказать, он решил мне помочь. Или добить, не знаю уж как. И говорит, и не только это, а что же еще? А еще надо проверять шум резины об асфальт. Я сказал, его попросил, да, пожалуйста, приподнимитесь, вон под окном стоит электро, убедитесь, что там ни резина, ни самодельная, ни асфальт. Не самодельная. А проверять-то надо, говорит, сказал Газарис. Я тогда понял, что я не туда попал, не в государственное учреждение. И поехал я домой, убитый горем, и еду домой, и надо ж тебе, как назло, две машины ГАИ тормозят меня. Ну, думаю, сейчас добьют. Окружили они меня плотным кольцом, но правда не как нарушителя и преступника, а как создателя электромобиля. Машины завтрашнего дня, кстати сказать, именно того, что должны создавать в институте Державтотранса ДИПРОЕКТ. Полчаса мы с ней беседовали, причем на совершенно технически грамотном уровне. И теперь, когда они меня видят, они махают палкой. Привет, и я им ласково. Оказались, работники ГАИ гораздо ближе к технике, к прогрессу, к экологии и к электромобилизации. И вот что-то мне думается, что когда в институте Державтотранспроект, это же проектный институт, который должен проекты выдавать этого транспорта завтрашнего дня, когда там появятся конструкторы, разработчики, вот тогда они не топить будут нас с нашими проектами или с нашими попытками, а поддерживать. И используют наш опыт. А вот, кстати, есть. Мы это доказали уже проверками, сколько мы уже участвовали в выставках. Мы, кстати, не видели ни на одной презентации, ни на одной выставке, ни одного официально разработанного электромобиля нашими славными институтами и заводами. То, что мы можем ездить и нормальные, а вон Вячеслав доехал вообще из Киева до Крыма и оттуда обратно. И ничего. Показали то, что мы все, что на что мы способны. Теперь насчет того, что у многих все-таки мнение такое, что ну не можем мы, нет, ну не на том уровне, потеряли мы все, что могли. Я вам скажу, вот, например, хорошо разрекламированная машина сейчас французская Renault Twizy, которая сейчас уже была полутораместная, сейчас двухместная, она в два раза легче, чем машина Вячеслава, но в два раза больше жрет энергии. А энергия электромобиля – это не автомобиль, где от нее зависит только пробег. Это и срок службы аккумулятора. Электромобиль, да, действительно, проще, да, вроде бы все хорошо, но стоимость аккумулятора порой превышает стоимость машины. И от того, как использовать эти аккумуляторы, вот где важен опыт. В том, чтобы сделать, чтобы тележка катилась. Да кары, электрокары ездят, слава богу, лет уже 100, наверное, и ни у кого не вызывает сомнений их польза, получаемая от них на предприятии. Но вот как сделать так, чтобы батареи хватало не на год-два, а на 20 лет? Вот тут нужен опыт. И он у нас есть. И я верю, что появятся конструкторы, которым наш опыт понадобится. Мы охотно им поделимся. Михаил, спасибо огромное. Вы наступный вопрос.
Добрый день, коллеги, добрый день, журналисты. Александр Пристромко, сайт L-Cars. Мы недавно существующий сайт, который свои планы ставит информатизация максимально потенциальных потребителей, владельцев электроавтомобилей. Мы хотим сделать так, чтобы люди, которые еще ничего не знают об этом, знали как можно больше, как плюсов, так и минусов владения автомобилем на электротяге. В общем-то, все. До нас приедался. А, вымощение еще у нас. Назовите, пожалуйста. Владовец Вячеслав Михайлович, конструктор электромобилей, можно так сказать, разработчик двигателей к этому электромобилю. Я хочу сказать вот что. Электромобиль — это не просто. Это очень просто. Вы себе даже не представляете, насколько это просто. Тот электромобиль, который я сделал на базе промышленной Слабуты, в общем-то, и позволяет мне сделать это заключение. Мой опыт показывает, что сделать электромобиль своими руками или же переделать обычный автомобиль в электромобиль может практически каждый нормальный мужчина. Поверьте мне, ничего сложного здесь нет. Достаточно немножко желания, в общем-то желания и снова желания. Денег нужно, да, нужно, но и не настолько много. О эффективности электромобиля хочу сказать несколько цифр. Аккумуляторная батарея, которая сейчас установлена на моей машине, имеет емкость 18 кВт-часов. Этой энергии хватает, чтобы мой электромобиль двигался на расстоянии 200 км. Это показали испытания во время пробега Крым-Киев. Срок службы аккумуляторной батареи 10 лет. Несложные расчеты показывают, что за 10 лет я могу проехать 600 тысяч километров. На проезд 600 тысяч километров на обычном автомобиле, который был до переделки, Тарга или Слобода, мне нужно одного бензина на 600 тысяч гривен. Количество средств, потраченных на переделку, составляет в самом плохом варианте, это 100 тысяч гривен. В итоге мы имеем, что электромобиль эффективнее обычного автомобиля как минимум в 6 раз. Не на 5, 7, 10, 20%, а в 6 раз. И это доказано. Добрый день, меня зовут Пашун Захар. Я представитель компании Ecoist.com.ua, топ-1 в Гугле по запросу электромобиль, электромобиль купить и так далее. И я, как никто на Украине, знаю, что эта тема и вопрос электромобилей интересует не только прессу, но и живых людей, которые каждый день звонят нам по сайту. Простите, ты живые люди. Я имею в виду, есть потребители, которые хотят купить и готовы, но в связи с тем, что в Украине, в отличие от европейских стран, и стран, ну и США, и Китая в том числе, нет никаких льгот, электромобили производства Nissan Leaf, Tesla и так далее не являются для нас доступными. И также хочу обратить внимание на то, что мы с вами находимся при историческом моменте, потому что такие люди, как Вячеслав Михайлович, Валентин Михайлович и Николай Иванович Парафенко, это создатели электромобилей, и сегодня, обладая их опытом, даже при минимальной государственной поддержке, либо поддержки каких-то серьезных инстанций, это бы дело очень серьезно двигалось, потому что именно энтузиасты своими желаниями вкладывают собственные деньги, тратят свое время в свободное от работы, иногда даже по ночам работают, создавая свои проекты, демонстрируют их на выставках, и перспективы развития очень большие, но мы, конечно же, хотели бы видеть поддержку в этом плане от государства. У нас приєднався Арсен Абдураїмов, він це представник «Біоавто», це фірма, яка торгує екоавтомобілями. Так і скажіть, будь ласка, у нас в Україні багато продається електромобілів, якщо вони продаються, то як вони там заправляються, бо експлуатація ж потребує якоїсь підтримки? К сожалению, на сегодняшний день, если сравнивать продажи электромобилей с обычными автомобилями, то электромобили значительно уступают. То
То есть мы не можем похвастаться продажами там, тысяч электромобилей в год, даже, к сожалению, не можем похвастаться продажами сотен электромобилей в год, но пару десятков в год мы продаем. Соответственно, естественно, мы занимаемся их обслуживанием, непосредственно сами эксплуатируем. Ну, в двух словах о нашем предприятии. Для себя лично я интересуюсь данным видом транспорта, причем вплотную. Первые переговоры о поставках на Украину первых электромобилей я провел еще в 2006 году. С тех пор, изучив достаточное количество производителей, пришли к выводу в 2009 году, что самым оптимальным на сегодняшний день для нашей страны по соотношению цена-качество является гонконгский производитель, непосредственно Биоавто. И в 2010 году наша компания первая, которая завезла и растаможила и оформила в ГАИ серийные электромобили, и с тех пор вот мы начали продажу, обслуживание, ну и, соответственно, эксплуатацию. На сегодняшний день, помимо того, что мы просто продаем, обслуживаем электромобили, на базе наших электромобилей уже создана служба курьерской доставки. Эта служба обслуживает интернет-магазины, и на сегодняшний день, заказывая что-то в интернет-магазине, либо есть пиццерии, которые обслуживаются, то есть вот этот продукт вы можете получить, привезенный на электромобиле в нашей компании. Кроме этого, ну, естественно, анализируя ситуацию и развитие и все эти споры, что должно быть раньше, инфраструктура зарядной станции, либо достаточное количество электромобилей, чтобы эта инфраструктура развивалась, мы пришли к выводу, что, наверное, только в комплексе электромобили смогут развиваться. То есть необходим проект, который бы подстегнул, а самое главное, окупил развитие инфраструктуры зарядной станции в городе Киеве. И таким образом нами был разработан проект электротакси, в котором задействованы 200 электромобилей и создается инфраструктура зарядных станций в количестве 20 станций быстрого заряда. Подчеркиваю, быстрого заряда. Наверное, до меня уже объяснили разницу, да, электромобиль может, я понял. В двух словах, электромобили могут заряжаться от, скажем так, бытовой сети, и для того, чтобы электромобили, у которых есть функция быстрого заряда, могли заряжаться от, ну, достаточно быстро, им необходима станция быстрого заряда. Такие станции, как правило, мощностью от 50 кВт и выше, соответственно, подобные мощности у себя дома от обычной розетки мы получить не можем, то есть необходимо организовать точки, где могли бы заряжаться электромобили достаточной мощности. Те электромобили, которые на сегодняшний день предлагает наша компания на литий-железофосфатных аккумуляторах, основное время зарядки от станции быстрого заряда 20 минут, плюс условия балансировки подразумевают, что еще от 2 до 7 минут они должны дозарядить те аккумуляторы, которые менее активны. То есть, округляя все, можно сказать, что за 30 минут наши электромобили получают практически полную зарядку. Полная зарядка – это на какой километраж? На литий-железофосфатных аккумуляторах 150-160 километров. И как раз именно эти машины предложены в такси. Данный проект, что нам очень понравилось, получил поддержку, и поддержку не только на словах, но и на деле киевской администрации. На сегодняшний день проект решения сессии киевской администрации, в котором участвует Киев. Киев входит в своим АТП, помогает нам создать инфраструктуру, вплоть до того, что мы проработали с инженерами киевского метрополитена непосредственно точки подзаряда. Киевский метрополитен готов предоставить нам необходимые нам мощности, подать